Всем привет, дорогие друзья, с вами Скляга. Много времени прошло с последнего видео, вот, а все это потому, что я стал папой, вот, и там не то, что на видео, на крафт очень мало времени попадает, вот, ну, крафт все-таки есть, работа идет медленно, но идет, вот, и накопились работы, надо сделать обзоры, вот, ну, и начнем. Такого вот простого, это роза из фоамирана, сам бутон, стебель из фанеры, ну, можно какой-нибудь другой материал использовать, шипы из ПВХ пластика. Вот, красил стебель и листья гуашью, фоамиран, его можно купить, в принципе, любой цвет, там спектр богатый цветов, вот. И, в принципе, вот такое вот чудо получилось. Я думал, будет сложнее. Вот, можете посмотреть. Некоторые моменты по созданию я выложил в шаблоны, там можете посмотреть. Все просто, вырезаете несколько. Я вырезал вроде бы 6 шаблонов и вот таким вот образом их приклеивал. В центр вклеил стеклянный шарик, ну, знаете, кто вскрывал баллоны пустые из-под краски, там есть вот эти шарики. Вот. Ну, в принципе, отличный подарок, долговечный цветок,